Сейчас будем делать сводчики. 5 шиммерных, остальные матовые. Слушайте, ну матовый прям пигментированный. Шиммерный тоже неплохой. Нифига, он темный, посмотрите. В общем, вот так вот выглядят сводчики этой палеточки. В целом, очень все пигментированное. Мне нравится, как это все выглядит. Прям реально класс. Возьму вот это вот и нанесу вот так вот везде. Я лучше возьму консилер, потому что тут все прям очень сухо после этих теней. Ничего никуда не ляжет 100%. Ох, нифига они сыпятся. О, боже. Просто посмотрите, я их вот так вот набрала и... Хорошо, что я это все решила еще стряхнуть. Слушайте, ну цвет яркий. Это уже радует. Что хочу сказать, по первым впечатлениям, прям очень насыщенный оттенок. Ну что, друзья, в принципе, я все сделала. Ну, не до конца, конечно, но с этой палеточкой все. Вот так сейчас выглядит мой макияж глаз. Я использовала этот и этот оттенок. Также немножко вот этого и совсем чуть-чуть вот этого. И немножечко белинки.